Так, всем привет. Итак, в общем, ну да, я в шлеме, естественно, в очках, потому что нужно, со зрением не очень стало. В общем, всем привет еще раз. У нас отличная погода, 15 апреля. Мы четвертый день находимся практически в одном и том же месте. Майорка, естественно, но я имею в виду то самое место, где я нахожусь. Как бы я пока особо не выезжаю никуда, я вокруг да около все время. И я реально балдею, потому что место кайфовое, классные леса, можно снять вот такое видео себяшку, так сказать, видео себяшку можно снять, да. В общем, у нас офигенная погода, я сейчас попробую показать все, что вы сейчас будете наблюдать, это вот все будет вам доступно. Я уж не знаю, насколько хорошо видно будет, но я второй раз на одной и той же дорожке за последние 4 дня. Блин, здесь нереально круто. В общем, горный велик сегодня взял в аренду. Классный велик. У меня дома лучше, конечно, по некоторым параметрам. Вот. Но я не жалуюсь, у меня здесь сильно классный велик. Я взбираюсь там, где я вчера не мог, позавчера, точнее, не мог проехать на другого типа велосипеде. Мне банально не хватало грунтозацепов на колесах. Вот этих шишечек на покрышках, и не хватало большего тягоусилия от большего передаточного числа заднего колеса. В общем, шикарно вообще, нереально шикарно, мне очень нравится, супер просто. И виды, и лес, а какой здесь запах чудесный, этого всего, вот, красоты всей этой. Птички поют, умиротворение, вот никакой суеты, просто кайф на самом деле. И я действительно вот начинаю задумываться, почему мне куда-нибудь в такую подобную страну не переехать, там Кипр, не знаю, может даже ту же Испанию. Действительно, круто жить, крутая погода, постоянно стабильная. Сегодня более, так скажем, пасмурно, хотя это так реально это смешно звучит, потому что сегодня меньше жарит. Сегодня больше кайфа. Вот сегодня можно жечь на велике, реально. И действительно прикольно. Вот можете наблюдать, какие виды там. Действительно очень круто, очень красиво. Значит, куда я, собственно, сейчас двигаюсь? А двигаюсь я вон на ту башню, если ее видно. Вверху, вдалеке. Ну, практически к той башне. Я был сегодня у подножия у этой башни. Последняя часть подъема. Я был сегодня там уже раз. Сейчас я поеду другим маршрутом, заеду в одну бухту красивую. Ну, может быть, я подъеду к этому подножию снова, может быть, проеду через другой населенный пункт. Ну, пока как есть, мне вообще офигенно, на самом деле. Завтра будут новые маршруты, я завтра буду вырываться из этого городка, из Пагуиры, в несколько ином направлении. Но мне реально кайфово даже тут. То есть Пагера, как они говорят, правильнее, или Пагуэра, как я читаю, да. Мне нравится, реально прикольно. Но единственное, здесь очень много немцев. Я ничего против немцев как бы особо не имею. Их очень много пожилых. Они здесь такие устраиваются пенсовские сходки. Еще отдыхают, очень прикольно так. Ну, в общем, на этом пока, наверное, все. Закончим. Ну, и я погнал. Все, пока-пока.